Я думаю, что каждый из вас знает, как попасть на эту локацию. Берем здесь метлу. Чик. И шапку. Блюм. Теперь я похож на дворника. Перемещаемся на катасвалку, и я где-то слышал, что здесь как раз требуются дворники. О, стоп, это похоже на мусор. Чик. А, нет, это же ящерица. Интересно, что она здесь делает? Отправляемся в зоомагазин, и я думаю, что здесь ей и будет место. Ей нечего делать на свалке. Так, держи. Чик. Мне не надо. Чик. Ну, раз продавцу эта ящерица не нужна, то я точно знаю ей другое применение. Кажется, это крабовый ресторан. Здравствуйте, а вам тут ящерицы не нужны? Живые или мертвые? Ну, это выглядит живой. Тогда давайте. Кидайте ее в холодильник. Окей. Чик. Шик. Блюм. Хоп. Готово. Держите деньги. Чик. Спасибо. На эти деньги я куплю себе новый генератор пузырьков. Чик. Хоп. Надо ведь как-то подготавливаться к следующему лету, пока дешево.